Приветствую, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк. В этом видео я хочу показать вам очень-очень легкий карточный фокус, который сможет повторить абсолютно любой из вас. Итак, для начала давайте перетасуем колоду различными способами, какими мы с вами умеем. Для того, чтобы у нас все получилось, чтобы мы не прогорели. Итак, уважаемый зритель, теперь возьмите и выберите, пожалуйста, три карты. К примеру, первая будет вот эта. Вторая будет, к примеру, вот эта. Ну и третья, к примеру, будет вот эта. Итак, три карты, известные только вам, уважаемый зритель. Подождите секундочку, я проведу небольшую подготовку. Итак, моя подготовка проведена. Теперь, уважаемый зритель, возьмите каждую карту и поместите ее в каждую стопок. То есть сначала возьмите эту карту, поместите ее в эту стопку и накройте любым количеством карт из соседней стопки. Теперь снова помещаем эту карту в эту стопку и любым количеством карт накрываем. Теперь снова помещаем эту карту в эту стопку и накрываем оставшиеся. Вот таким вот образом я теперь спрятал ваши карты. Итак, как же мне их найти? Я не знаю. Будем импровизировать. Будем делать вот так. Ну что, друзья, кажется, не получилось. Черт возьми, ладно, от этих карт придется избавиться. Продолжим наши эксперименты с оставшимися. Друзья, что-то не получается, наверное, теряю сноровку, что-то ничего не получается, избавимся от этих карт. Будем продолжать только с этим. Друзья, ну что-то вообще ничего, прям непрух какая-то сегодня. Продолжим только с этими. Друзья, ну что-то как-то вот... Я думаю, что вот эти лишние, почему-то я думаю, что это точно не ваши карты, а вот эти три как раз ваши. Вот такой вот трюк.